Ебать! Ты видишь это дерьмо? Ты видишь эту хуйню? Пиздец! Ебаный свет! Они там человека едят или что? Ебануться, я такое первый раз вижу. Обычно одна-две крысы, но чтоб такой пиздец происходил, это прям ебанешься. Фотошоп? Ага. Даже японцы в ахуе. И ты прикинь, вот прям рядом с этими местами заведение, где ты ешь и бухаешь. Я никогда в Кабуке еще не буду ни в одном заведении ни пить, ни кушать. Это пиздец. Ведь тут какой-то подземный бар или что-то.